знак «Материнская доблесть», подписано нашим губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным за номером 21 Ильиничева. Это награда, которую вы заслужили. Пять дочек и лапочка-сыночек, шутят Людмила и Валерий Могилевич про своих детей. Девочки умницы и красавицы, сын спортсмен. На вопрос, откуда берутся силы на воспитание целой команды, Людмила Викторовна отвечает, по-другому жить просто невозможно. Бывает все, как и трудности, и бессонные ночи, особенно когда дети были маленькие, вот, и быт, и все. Но это все компенсируется любовью детей. Вот, это все заменяет, и все трудности, и все это забывается, когда видишь вот своих деток, как они растут, радуешься их успехам, там, переживаешь за них. Медали «Материнская доблесть» вручают женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Бесценную награду Людмиле Викторовне Могилевич вручил председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Патриотизм, он заключается не только в том, что с автоматом, там ленточку в зубы, там и вперед в атаку. Он патриотизм в том числе есть и в материнстве, да. Он патриотизм с кастрюлькой, с кашей для детей. Патриотизм в бессонных ночах, да, патриотизм, когда там лечишь ребенка, да, который приболел. Подвиг матерей в областной столице запечатлят в скульптуре. В следующем году в Самаре появится памятник матери. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, «События».